Аварии из-за нарушения ПДД. Таксисты выступили против запрета праворульных машин. Таксисты Бишкека выступили с обращением по инициативе о запрете праворульных автомобилей. Соответствующее письмо поступило в редакцию «Кактус Медиа». В обращении отмечается, что большая часть таксистов в Кыргызстане водят авто с правосторонним расположением руля. Такие автомобили всегда было легче и проще приобрести, везти в страну, говорится в письме. Закон это не запрещал и не запрещает. Относительно доводов о том, что они чаще попадают в ДТП, нужно отметить. Аварии происходят как на праворульных, так и на леворульных авто по разным факторам, в основном из-за нарушения ПДД. Таксисты подчеркивают, что начиная работать на таких автомобилях, они действовали в рамках закона. Если его поменять, мы не только попадем под запрет, но и останемся без работы, а для многих из нас это главный источник дохода. Будет рост безработицы, наши семьи лишатся средств к существованию, возить людей будет меньше водителей, и они начнут завышать цены, такси станет дорогим, говорится в обращении, чтобы избежать кризиса в этой сфере и социальной напряженности в стране. Водители такси призывают действовать, соблюдая интересы всех участников рынка. Источник – информационный сайт «Кактус Медиа». Друзья, если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь, чтобы оставаться в курсе важных событий. Каждый день мы загружаем на свои страницы содержательные, полезные и важные события, происходящие в стране. Мнения каждого из вас важны для нас.